Кадры не для слабонервных. Жестокий наезд на группу людей в Алматы попал на видео. Трагедия для фермера. Более 100 голов скота сгорело при пожаре в Западно-Казахстанской области. Вопрос национальной безопасности. Исследование показало, что только 12% казахстанцев не доверяют информации соцсетей. Опасная заграница. Казахстанцы все чаще становятся жертвами краж в Испании. Недооцененный потенциал. Объем оборота казахстанского виноделия может достигать полмиллиарда долларов в год. На телеканале «Атамекен Бизнес» новости. В студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Сразу 3 уголовных дела возбудили алматинские полицейские по факту жестокого наезда на пешехода, видео которого взбудоражило социальные сети. По словам стражи порядка, личности водителей уже установлены, в ближайшее время они будут задержаны. Как уже сообщалось, вышеупомянутый видеоролик был опубликован в социальных сетях. На кадрах запечатлен момент умышленного наезда на 3 пешеходов на одном из перекрестков южной столицы. Все 3 сейчас находятся в больнице. Это видео из категории «не для слабонервных» было снято минувшей ночью на одном из перекрестков Алматы. Двое водителей устроили жестокую расправу над своими оппонентами, не обращая внимания на дорожную разметку. В полиции завели уголовное дело сразу по 3 статьям. Личности их уже установлены. Поимка — дело времени, буквально дело нескольких часов ближайших. В настоящее время сразу по 3 статьям Уголовного кодекса проводится досудебное расследование. Это хулиганство, совершение наезда на людей умышленного и оставление места дорожно-транспортного происшествия. В совокупности за эти преступления предусматривает лишение свободы сроком свыше 6-7 лет. По словам очевидцев, инцидент произошел около 4 часов утра на одном из оживленных перекрестков Алматы. Сообщается, что между молодыми людьми произошел конфликт, и ДТП стало его продолжением. К счастью, все участники конфликта остались живы. Пострадавшие пешеходы сейчас находятся в больнице. Пациенты поступили в состоянии средней степени тяжести, были сразу госпитализированы. Оба пациента 91-го года рождения. Один поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга. Второй пациент с открытой черепно-мозговой травмой, вдавленный перелом правой теменной кости. Оперировать их не надо, обоих получают курс консервативного лечения. На момент написания этого материала информации о задержании подозреваемых не было. В полиции отмечают, что оба водителя могут иметь отягчающие обстоятельства, если выяснится, что в момент наезда они находились в состоянии опьянения. Тимур Ермашев, Булат Джакипов. Главные новости. И как нам только что стало известно, полицейские задержали одного из подозреваемых в жестоком наезде на пешеходов. Это молодой человек, 1995 года рождения, житель Инбекши Казахского района Алматинской области. Он уже водворен в изолятор временного содержания. Более 100 голов скота сгорело в Западно-Казахстанской области. Пожар произошел на территории крестьянского хозяйства. Также сгорело 162 тонны сена. Общая площадь возгорания составила почти 2500 квадратных метров. Точные цифры еще уточняются. Предполагаемая причина – поджог. Материальный ущерб и виновные лица устанавливаются. В результате пожара огнем было уничтожено 162 тонны сена, а также в результате пожара погибло 100 голов мелкого рогатого скота и 8 голов крупного рогатого скота. Общая площадь пожара составила 2660 квадратных метров. На данный момент первоначальные материалы были переданы в органы внутренних дел для проведения дознания. Причина пожара, виновные лица на данный момент устанавливаются.
Между тем, сельское хозяйство в Жамбылской области оказалось в плачевном состоянии. А все потому, что субсидирование в регионе прекратилось. По данным областного управления сельского хозяйства, сегодня субсидии ожидают более 1500 крестьян. Житель поселка Аталас Жамбылской области Берег Касымов устал от ожидания господдержки. Этой весной фермер привез из Германии около 112 коров элитной породы. Сегодня он разводит племенной скот и производит мясомолочную продукцию. Однако потребность в государственных субсидиях растет, говорит крестьянин. В этом году на развитие сельхозотрасли в Жамбылской области необходимо 7,5 миллиардов тенге субсидий, отмечают в областном акимате. Эти средства должны были получить более 1500 местных крестьян. На каждую голову КРС предусмотрено 225 тысяч тенге. Получается, что за наши 112 голов нам полагается 21 миллион тенге. Мы не можем получить эти деньги. Как нам сообщили, средств сейчас нет. Поэтому наше обращение направлено в вышестоящие инстанции. На этом нас выпроводили. Из 7,5 миллиардов тенге с начала года выдана половина. Из них 3 миллиарда ушли на покрытие долга, образовавшегося за прошлый год. К оставшимся 700 миллионам тенге из местного бюджета был выделен миллион. Сейчас готовятся соответствующие документы для того, чтобы эти деньги могли получить адресаты. А в семье радость новоселов омрачила водная стихия. Жильцы только недавно въехали в новый дом в микрорайоне Карагайлы, а сейчас бегают с ведрами и тряпками, осушая лужи в квартирах. Причем откуда бежит вода, неизвестно. В этой квартире затопленными оказались все три комнаты. В день набирается по 15 ведер. Этот факт не может не пугать соседей, которые тоже въехали в свои квартиры всего пару недель назад. Люди недоумевают, откуда вода. В КСК утверждают, что это результат проливных дождей. А кто-то уверен, что все дело в неисправной трубе. Вот только в подрядной компании считают, что нет повода для беспокойства, отмечая, что это только побочный эффект монолитного строительства. И поскольку дом находится на гарантии, руководитель фирмы пообещал направить бригаду для устранения недоделок. Только две недели, как мы купили эту квартиру, а уже начались проблемы. Теперь боимся. Квартира досталась нам большим трудом. Столько денег вложено, еще столько лет выплачивать ипотечный кредит. Перед застилкой линолеум, то есть пол заливается бетонной стяжкой, в этих пустотах неизбежно остается влага. Данная влага со временем она испаряется. Но в определенных случаях, когда люди начинают устанавливать карнизы, либо что-то дополнительно, подвесные потолки, или что-то каким-то образом нарушает целостность этой плиты, эта вода, влага, она проступает вниз. Казахстанцев предупредили о всплеске преступности в Барселоне. За последние полгода количество граждан нашей страны, пострадавших от краж, выросло в два раза. По данным консульства Казахстана в Барселоне, в прошлом месяце было выдано 24 свидетельства на возвращение в Казахстан. Помимо кражи паспортов, многие граждане остаются без личных вещей, денежных средств и других ценностей. Убедительно просим быть бдительными со своими документами и материальными ценностями в Барселоне. При краже настоятельно рекомендуем обратиться в ближайший полицейский участок для составления протокола, подтверждающего факт обращения по поводу кражи паспорта, который может пригодиться при вылете из страны, а также для восстановления украденных документов впоследствии. Другим темам. Председатель Мажилиса парламента Казахстана подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат на 2 сентября. Оно пройдет в 11 часов. Напомним, именно на эту дату запланировано выступление президента Касым-Жомарта Токаева с посланием народу. Между тем, в ходе рабочей поездки по Карагандинской области глава государства посетил одно из предприятий корпорации «Казахмыс». Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Жезказганского медиплавильного завода и встретился с передовиками производства. Подробнее о визите президента расскажет Ажалгас Азганбаев.
Производственный цех Жасказганского медиплавильного завода круглосуточно выпускает широкий ассортимент востребованной в мире продукции. Вот уже 8 месяцев здесь запущена вторая рудотермическая печь. Она позволила заводу увеличить производство меди на 100 тысяч тонн в год. Топ-менеджмент Казахмыса охотно поделился с президентом с растущими производственными показателями. Мы уверены, сейчас можем работать на 40%. К слову, вторая печь позволила создать еще и около 600 новых рабочих мест. В целом количество работников группы компаний «Казахмыс» превысило 40 тысяч человек. Важный аспект – улучшение социальной сферы региона. Учитывая это, горно-металлургический гигант на эти цели выделил свыше 4 миллиардов тенге. Впрочем, жасказганцы уже ощущают на себе все изменения. Положение Жасказгана сейчас неплохое. Елбасы лично дал старт эксплуатации железной дороги Жасказган-Бейнеу. Эта дорога сделала город большим центром, который соединяется с морем. Мы знаем ваш труд для улучшения благосостояния народа. Я как гражданин и как мать радуюсь этому. В этом году наша корпорация «Казахмыс» выделила 133 квартиры многодетным семьям. К слову, некоторые семьи уже справили новоселье. В беседе с работниками Касым-Жомарт Токаев отметил, что со стороны государства будут продолжены меры по повышению качества жизни жителей региона. Также глава государства поблагодарил жасказганцев за труд во благо страны. Алгас Азгамбаев, Мансур Танкибаев, главные новости, Жасказган. Тем временем в Казахстане отметили День шахтера. Основные празднования корпорация «Казахмыс» провела в Карагандинской области. Последнее воскресенье августа запомнилось для горняков и в этот раз. Традиционное чествование и праздничный концерт дополнился первым турниром «Казахмыс-Барысы». С профессиональным праздником представители одной из самых тяжелых профессий поздравили и наши корреспонденты. Сатпаев в списке шахтерских городов, он на первых позициях. Поэтому и День шахтера – самый ожидаемый и главный праздник. Красивые юрты, богатые дастарханы, звуки дамбры. Но традиции есть традиции. В начале мероприятия горняки почтили память Каныша Сатпаева, великого человека, чьим именем и назван город. Если взять вот современные, конечно, сейчас вот технологии, то нельзя вообще сравнить, как работали наши старшие братья и как сейчас мы работаем. У нас сейчас самая совершенная такая техника, самая такая компьютеризированная, ну, работы. Физического такого большого труда сейчас вот на наших предприятиях такого нету. Поэтому я хочу отдать дань почтения, вот, кто вот много работал, кто свое здоровье отдал на наших предприятиях. И большое спасибо хочу сказать нашим аксакалам. К слову, труд тех, кто много работал, отметили и в этот раз. Особо чествовали Лязат Баймагамбетову, в чьей трудовой книжке печать «Казахмыса» стоит уже 32 года. На вопрос, как она выбрала мужскую профессию, ответила, что надо продолжать трудовую династию. Устроилась на работу в 1982 году. Приятно, что ценят. Мы вносим вклад в развитие корпорации «Казахмыс», которая, в свою очередь, вносит немалый вклад в развитие экономики нашей страны. Под землей такого, конечно, не увидишь. Тем временем мужчины «Казахмыса» решили проверить свои силы, переодевшись в кимоно. 90 борцов из предприятия горно-металлургического гиганта боролись за звание «Казахмыс-Барысы». Я приехал сюда за победой. Честно говоря, она не просто далась мне. Последний раунд был совсем нелегким. Борьба борьбой, на концерт с участием звезд никто не отменял. Поздравив горняков, руководство корпорации отметило, что и дальше будет проводить работы по повышению благосостояния жителей региона. Ну а шахтеров призвали трудиться над дальнейшим увеличением производственных показателей. Фариза Булатбек, Алгаш Хауаспаева, Айбол Садулов, Атамекен Бизнес. Объем оборота казахстанского виноделия может достигать 500 миллионов долларов в год. Об этом говорили участники рынка во время ставшего уже традиционным праздника урожая, прошедшего накануне в Алматинской области. По мнению отечественных виноделов, именно эта отрасль на данный момент имеет самый большой экспортный потенциал.
Казахстанское виноделие – одна из самых недооцененных отраслей. Об этом говорят сами участники рынка. Если говорить в цифрах, то при полной мощности ежегодный оборот казахстанского виноделия может достигать до 500 миллионов долларов в год. Правда, для этого нужно сначала восстановить все виноградные сады, потерянные в первые годы независимости. При этом, по мнению виноделов, отечественная продукция пользуется большим спросом за рубежом. В Европу мы тоже экспортируем наши вина. Это и Франция, и Италия, и Швеция, сейчас Швейцария, Германия будет. В Англию экспортируем, в Россию экспортируем. Поэтому география будет расширяться, это однозначно, потому что продукция очень-очень высокого качества. Я сейчас могу сказать с уверенностью, что наши вина входят, ну, наверное, премиальные 2% топ мировых вин мира. И тем не менее, на данный момент даже профессиональные сомелье из других стран очень слабо информированы о казахстанской продукции. При этом международные эксперты признают, что ее качество действительно соответствует всем мировым стандартам. Вина действительно очень высокого уровня. Я считаю, что потрясающие рислинги, потрясающие аркацители, которые делаются здесь, на территории, это и не имеет абсолютно аналогов. Поэтому надо широко об этом говорить и, конечно же, властям обратить внимание на собственное виноделие. Это гастрономия, это туризм, это очень много всего интересного. Поэтому то, что мы сейчас здесь видим, интерес людей к такому мероприятию, к урожаю, празднику урожая, это означает, что люди готовы воспринимать новые интересы. Интересные вещи, особенно что касается своего собственного производства. Что касается самого фестиваля, то его проведение стало уже традиционным. В этом году праздник урожая посетили рекордные 1500 человек, в том числе и иностранцев. И по словам организаторов, это действительно свидетельствует об увеличении интереса к казахстанскому виноделию. Амина Абдрахманова, Тимур Ермашев, Нурлан Досмагомбетов. Главные новости. С 1 декабря этого года в Казахстане начнет действовать квота на ввоз горячекатанного проката из стран, не входящих в ЕАЭС. Ограничительная мера позволит защитить отечественный рынок и сохранить присутствие казахстанского стального проката на рынке ЕАЭС. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции. Объемы квоты составят 12 029 тонн. За ввоз сверхустановленных объемов будет взиматься пошлина в размере 20%. Квота не распространится на ввоз стального проката из стран-участниц ЕАЭС. Двадцать ведущих мировых туроператоров прибыло в Алматы для участия в специальном информационном туре. Гостями южной столицы стали представители 8 стран – Китая, Индонезии, Малайзии, Испании, Германии, Словении, Бельгии и Венгрии. В общей сложности иностранные представители пробудут в Алматы 5 дней, в течение которых познакомятся не только с достопримечательностями самого города, но и его ближайших окрестностей. Программа инфотура включает в себя инспекцию лучших отелей города, посещение уникальных природных и исторических объектов, в том числе тех, что были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. Гости южной столицы также увидят возможности развития горнолыжного отдыха, посетив знаменитый горнолыжный курорт Шимбулак. Проект организован управлением туризма Алматы. По мнению чиновников, подобные мероприятия позволят укрепить связи с зарубежными партнерами и увеличат туристическую привлекательность казахстанского мегаполиса. Меня очень впечатлил этот город. Здесь чувствуется смешение Азии и Европы. При этом местные жители очень радушны и гостеприимны. Думаю, что у вашего города есть большой туристический потенциал. В городе Аксу Павлодарской области около сотни студентов собрались на встречи с бизнесменами и опытными казахстанскими экспертами в рамках летней школы Big Ideas Camp. Ежегодный проект «Экосистема студенческого предпринимательства» проводится по инициативе компании ERG и направлен на обучение молодежи и создание собственного бизнеса. С новыми участниками проекта пообщались и наши корреспонденты. После недельного курса обучения студенты немного расслабились, но с нетерпением ожидали результатов конкурса. Каждый год эксперты выявляют лучших. Отметим, проект «Экосистема студенческого предпринимательства» в Казахстане реализуется с 2017 года по инициативе компании ERG. Поддержан Алматинским университетом менеджмента и Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане.
Ребята приезжают либо со своими идеями, либо в течение недели генерируют свои идеи, отрабатывают эти идеи с менторами через образовательные сессии и нам презентуют. И цель этого проекта, прежде всего, это создание студенческого сообщества в регионах, откуда ребята приезжают. Вторая цель – это развитие предпринимательского мышления и, конечно же, стимулирование МСБ и создание малых и больших инновационных проектов либо предприятий. В этом году в летнюю школу предпринимательства прибыли около 100 студентов из колледжа и 8 университетов Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей. На неделю они окунулись в интенсивную работу, тренинги и мастер-классы, получали информацию по ведению предпринимательства и защищали свои бизнес-проекты. О тонкостях в этом непростом, но интересном деле молодежи рассказали известные предприниматели и самые опытные казахстанские эксперты. На встрече разбирали ряд проектов. Наш проект – это SMM-маркетинг, продвижение. У нас в Рудном нету такого проекта, и мы команда. Мы будем продвигать инстаграм-страницы, делать фото, видео, ну сразу получается все вместе в одном. Мы, получается, выступали в Лиге 1, и с Лиги 1 мы вышли с первого места. В рамках проекта «Экосистема студенческого предпринимательства» участники получили сертификаты, а разработки ребят из Павлодарской и Костанайской областей были отмечены как самые лучшие. Проекты «Тактильный алфавит для детей с аутизмом» и «Продвижение SMM-маркетинга» признаны как наиболее уникальные в этом году. Нурсулу Аубакирова, Есимбек Санат, телеканал «Атамикен Бизнес». В 100 миллионов тенге обошелся столичному акимату новый центр поддержки института семьи «Жануя». В нем оказывается порядка 70 государственных услуг. О том, на какую поддержку могут рассчитывать семьи, расскажет Улпан Бегалина. Крыльца вместе со своим заместителем. Важно, что все услуги в центре предоставляются по принципу одного окна. А это значительно ускоряет время обслуживания, и людям не нужно будет сидеть в огромной очереди. Кроме того, большое внимание уделяется семьям. Они смогут получить бесплатную и юридическую, психологическую и социальную помощь. Наша главная цель – трудоустроить дееспособных граждан. Конечно, для этого требуется их обучить, некоторым из них помочь получить ту или иную квалификацию. Мы открыли этот центр, чтобы люди не просто сидели дома и просили помощь. Необходимо, чтобы и граждане сами шли нам навстречу, для того, чтобы могли прийти сюда и решить свои проблемы. Расположился здесь и центр по развитию бизнеса для матерей «Касыпкер Ана». Кроме того, будет работать и открытая общественная приемная акима столицы. Алтай Кульгинов пообещал, что лично будет вести прием граждан. Центр был открыт именно по просьбе жителей столицы. Да, они посещают СОН и другие социальные центры, но в результате приходят к акиму. Тогда звучали предложения открыть один такой центр. Это сервисный центр по оказанию услуг, где даже я буду приходить и проводить личные приемы. За день же в центре планируют обслуживать порядка 150 человек. А консультировать граждан по всем интересующим вопросам будут 30 операторов. Хочу отметить, что для людей с ограниченными возможностями здесь особые условия, все условия сделаны. У нас на ресепшене есть индукционная петля для слабослышащих. Также все здесь оснащено системой Брайля для слабовидящих. Интересно, что уже после посещения центра заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев предпочел своему служебному «Мерседесу» Астана такси, где его сопровождала свита акима Кульгинова. Улпан Бегалина, Тимирлан Нуртаза, телеканал «Атамикен Бизнес». 16,5% казахстанцев полностью доверяют информации, размещенной в соцсетях, на форумах и в блогах. И чуть более 65% доверяют иногда. Лишь 12% граждан отметили, что скептически относятся к сведениям из соцсетей. Для 48,5% человек интернет по сравнению с другими СМИ является более предпочтительным источником информации. Об этом говорится в докладе о состоянии медиасферы, опубликованном на сайте Министерства
средств информации и общественного развития. По оценкам Brand Analytics, только 10,5% казахстанцев не зарегистрировано ни в одной из социальных сетей. Самой популярной остается сеть ВКонтакте практически по всем аспектам. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Instagram и Мой мир. Незначительно отстает Facebook, говорится в докладе. Событиям в мире. 3 человека получили осколочные ранения в результате атаки израильских дронов в столице Ливана. В ночь на воскресенье в южном пригороде Бейрута замечены 2 беспилотника. Один из них упал возле медиа-центра шиитского движения Хезболла. Другой взорвался в воздухе. Это первый подобный инцидент за последние 10 лет. Лидер Хезболлы позже заявил о намерении ввести против Израиля ответные меры. Я услышал взрыв приблизительно 2:30 ночи. Чуть позже вышел на балкон и увидел, как к соседнему дому приехала карета скорой помощи и пожарной службы. Как выяснилось, неподалеку от нашего дома случился пожар. Вследствие этого мы всю ночь следили за новостями. В Барселоне из-за опасности взрыва были эвакуированы посетители одного из самых популярных пляжей города. Меры приняты в связи с обнаружением под водой взрывного устройства неподалеку от пляжа Сан-Себастьян. Взрывчатка была найдена полицейскими в море на глубине 3 метров. Предположительно, она лежит там со времен гражданской войны в Испании 1936-39 годов. Полиция установила оцепление периметром 250 метров. Сейчас специалисты планируют приступить к разминированию устройств. Во французском городе Биарриц завершился 3-дневный саммит с участием лидеров стран Большой Семерки. Стороны, в частности, обсудили нестабильность на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана и торговые сделки. О чем еще договорились участники, расскажет Айсауле Байгазина. Ядерная программа Ирана снова в фокусе внимания. На этот раз участников саммита G7. Для многих делегатов приезд главы МИД Ирана стало неожиданностью. Оказалось, его пригласила французская сторона. Двусторонние переговоры длились почти 3,5 часа. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что диалог между Зарифом и Макроном поможет снизить напряженность между Ираном и США. Безусловно, мы хотим, чтобы Иран стал богатой и процветающей страной. При этом мы не намерены менять режим власти в этой стране. Однако у нас к руководству республики простая просьба – отказаться от ядерного оружия. Международная торговля стала еще одной ключевой темой переговоров. По мнению лидеров стран Большой Семерки, торговые войны, санкции, ограничения только вредят кооперации стран и создают нестабильность на глобальных рынках. Нам недавно позвонили представители власти Китая и заявили, что готовы к возобновлению торговых переговоров. Это хорошая новость. Они понимают, как устроена жизнь. Посмотрим, к чему это приведет. Но я надеюсь, что мы все же заключим торговые соглашения, поскольку официальный Пекин не хочет терять компании, которые перебираются в другие страны, в том числе в США. Помимо торгового соглашения с Китаем, президент США обсудил договор с Японией. Дональд Трамп и Синдзо Абе согласовали основные принципы будущей торговой сделки. Соответствующие бумаги, как ожидается, подпишут в сентябре в Нью-Йорке. Новое соглашение откроет рынки для продукции более чем на 7 миллиардов долларов. Кроме этого, глава Белого дома обещал заключить крупную торговую сделку с Великобританией после Brexit, а также с Мексикой и Канадой, которая должна заменить нафту. Экономика Канады и США демонстрирует хорошие показатели, в частности, благодаря торговым отношениям. Оттава и Вашингтон обсуждают новое соглашение, которое должно принести пользу нашим гражданам, в особенности представителям среднего класса. Помимо торговли, лидеры стран G7 обсудили нестабильность в Ливии. Столица и несколько городов этого государства вовлечены в гражданскую войну с тех пор, как главнокомандующий национальной армии Халифа Хафтар начал кампанию на Триполи, жертвами которой стали сотни человек. Айсауле Байгазина, главные новости, Атамекен Бизнес. Общий объем накопленной внешней задолженности развивающихся стран в прошлом году увеличился почти до 10 триллионов долларов. Таким образом, показатель стал превышать поступления от экспорта, резюмируют аналитики ООН. В наихудшем положении находятся малые островные государства. Их общий объем внешнего долга за последние 18 лет вырос в 200 раз. Страны с переходной экономикой несколько сократили показатель с максимального уровня в 1 триллион долларов в 2013 году до 927,5 миллиардов.
миллиардов долларов в прошлом. Эксперты ООН неоднократно рекомендовали развитым странам простить или облегчить долги развивающихся стран. Стоимость фьючерсов на золото повысилась до максимальной отметки за последние несколько лет. Повышение также коснулось и серебра. Основная причина по-прежнему эскалация торговой войны между США и Китаем. Все подробности в обзоре аналитиков Bloomberg. Стоимость фьючерсов на золото на бирже COMEX поднялась почти на 2%, до 1565 долларов за тройскую унцию. Рост ценника на серебро также превысил 2%. Между тем, стоимость основных сырьевых ресурсов, наоборот, опустилась. Аналитики отмечают, что повышение цены и, соответственно, спроса на драгоценные металлы увеличивается из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. В конце минувшей недели президент Дональд Трамп написал в Твиттер, что намерен вновь повысить пошлины на китайские товары. Как предполагается, по одной группе товаров новые тарифы вступят в силу уже 1 сентября. Второй этап стартует 1 октября. В целом же, с начала текущего года золото подорожало более чем на 20%. По прогнозам экспертов, вклады инвесторов в благородный металл в дальнейшем будет расти. Отметим, конфликт между Пекином и Вашингтоном уже негативно сказывается на экономическом росте. Также его ухудшение может привести к очередному снижению ключевой ставки ФРС, предполагает аналитики. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Atomic & Business. До встречи в эфире.